Мы требуем, чтобы нашим новым лидером была Катя, а не вот этот красный читер. Свергнуть читеров! Мы создаем новое королевство без красного. Красный предатель, красный крыса, так еще теперь красный виновен. Вот. Брат, прости, конечно, ты мой брат крыса, вот прям настоящий брат крыса. Но, брат, прости, ты меня предал. Поэтому я вот со своими братьями другими, мы, короче, решили, что у нас будет теперь Катя вместо тебя. Уходи, Лохопедины вы пропердецкие. Вот если я вас в каждой игре убиваю просто вот так, как тараканов, вот так шлепаю, это что значит, что я читер? Я не читер, просто вы играть не умеете. Хорошо, хорошо, договорились. Это моя последняя, вообще, это мой последний ролик с вами на этом канале. Если вы хотите, чтобы я ушел, да? Не уходить? Да, да, уходи. Так уж и быть. Это последний мой видос по Among Us. После меня Катя будет с вами записывать видосы, а я здесь больше не появлюсь. Первый раунд. Да я как будто виноват. Вот честное слово, я как будто виноват. Почему меня так сильно любит? Вот, Among Us, даже здесь нарисовано все. Идет житель, встречает красного. После этого, ну, от жителя ничего не остается. Даже Among Us вот это намекает на то, что я самый большой вот этот убийца-крыса вообще в игре. Или как это назвать? Выключаем свет. Ага, здесь у нас кто-то уже проходит задание. Ну, ты проходи, проходи. Ага, идем вот сюда, перемещаемся куда-то, куда. Где я вообще нахожусь? Вот сюда. Здесь банан у нас ходит, ненормальный псих опять. Только банан вместо того, чтобы проходить задание, бегает туда-сюда, как ненормальный. Поэтому еще раз выключим свет на всякий случай. Хрен! Не убежишь от меня! Стой на месте! Или Мию. Или Мию. Ну я как будто виноват, да? То, что я... Это точно Эд. Мне так стена сказала. Там был нарисован красный. Там был его портрет прямо. Голосуйте за него, он 100% предатель. Он всегда, как всегда, читер наверняка еще со своими читами играет. Вот разрешите представить, обиженный на всю жизнь банан, еще заплачь давай там. Вот то, в предыдущей серии я его кикнул, потому что мне книги сказали вот в этой комнате, то, что банан читер, и он реально казался читером. Он просто мне мстит, читером, убийцей, он просто мне мстит, банан. Ты че такой мстительный, а? Там на стенке нарисован твой портрет, голосуйте за него. Голосуйте за банана, банан всегда предатель, давайте. Так я же пошутил! Почему? Да потому что, блин, смотри! Вот, видишь? Книги всему голова! Книги знают то, что всегда вот этот желтый предатель. Ну я как будто виноват, честное слово. Ну предатель я, ну да. В предыдущей серии я вообще 3 раза был предателем. Извините меня, пожалуйста, просто вы так удобно здесь стояли, то что грех как бы вас не убить получается. Так, в люк пердохаемся и перемещаемся. Ну, в принципе, можно сюда. И типа я зайду со спины как бы. Вот, я... Ну, в общем, шел я по угловатому коридору, и там вижу такой квадратный труп. И рядом была амочка. И до этого, как включили в саботаж света, там они были вместе, и потом Херейт умер. Я выполняла задание, меня там вообще рядом не было. Аня, я бежала вместе с Отомчиком, и я видела, что ты отбежала от трупа. Это ты. Ну, я хоть и не видел, что у вас там происходило, но если угловатый Отомчик и Картошка говорят то, что ты просто танцевала на трупе, ну, тогда это ты. Костя, за тобой последнее слово. Чё? Кого? Я тут был, я пил чай, вон там, вот туда вот потом пошел.
Подвела ты меня, конечно, Амочка, подвела. Так, идем выполнять задание. Здесь, где находится дерево, типа выполнять задание. И выключаем кислород. Вот так. И сразу же бежим, типа его чинить. Ты со своими углами там вообще кокнулся, Отомчик. Ты вообще не различаешь, где коридор, где закрытое пространство, где открытое. Просто у меня на глазах квадратного голубого кость укокнул. Отомчик! Это был ты вообще-то. Ты же самый квадратный и красный на планете. Значит, это был ты. Я говорю, у него там квадратики в голове за ролики зашли. Он вообще, он просто спит. Ну да, я просто сбежал сзади него, он не увидел то, что там я, и просто шмокнул костью прямо у меня на глазах. Вот там, ну ты будь аккуратней хотя бы, честное слово. Ты за меня дурочку не держи. Я больше люблю геометрию, поэтому я больше склоняюсь к тому, что это все-таки ты. Почему я? Потому что у вас королевство против меня. Ну, а что, кроме меня больше никто убийца не может быть, что ли? Нет. Евпатий Калавратий. Ну вот чё ты выбежал, квадратноголовый Отомчик? А я говорю, что ты Всё. Я вам обещаю всем, я клянусь, это была моя последняя игра за предателя. Вот, я больше никогда в жизни предателем не буду. Меня уже тошнит от этого предателя. Клянусь просто. Все, смотрите, второй раунд. Фух, пожалуйста, только не предателя. Ура! Я уже радуюсь, когда я не предатель, а не радуюсь тому, то, что я предатель. Господи, кто вообще знал то, что они против меня королевство организуют? Ну чё, и чё вы тыкаете? Так тут, этот, я и Банан убегают от Леры, а Лера убивает Стасика. Только Стасика сегодня у нас нет. Это Лера, посмотрите! У нее язык больше, чем вся Лера. Это точно Лера, все, голосуем за Леру, это 100% она. Вот, задание, идите сюда, смотрите. Так, выполняем, здесь просто надо потянуть за рычаги. Вот, иди смотри, я задание выполнил. Потом, здесь задание, здесь я ничего не понимаю, что делать, уже выполнил. Валим отсюда, вот, Лерочка прибежала. Еще одно задание, мне уже так страшно здесь находиться, честное слово, потому что у меня ощущение, что если кого-то они и будут убивать первым, то это 100% буду я, вот. Уже половину заданий выполнили, и кого-то запердососили, пока я это не видел. Ну, в общем, я опять-таки шел по угловатому коридору, и там вижу, как Даша на моих глазах убивает кого-то. Я не запомнил, кто... А, это Лера убивает. У тебя, извини, дорогой мой, углы в голове или что? Я прибежала, я увидела труп. Я его пыталась зарепортить. У него проблемы с головой. Это я понял, я тебе в предыдущей игре это говорил, Картошка, потому что у него там геометрия за алгебру туда зашла куда-то. Я ему больше не верю. Я вас тоже призываю не верить Отомчику. У него одна геометрия в голове, он не различает ничего. У него только одни углы. Вот он посмотрит на вас и скажет, что ты вот тупой угол, там, например, или острый, или прямой. Она меня только что тупым углом назвала. Я на Херейда посмотрела. Картошка! Я на Херейда. Красивые вины. Нет, на Херейда, подожди, нет, тихо. За Картошку. Я на Херейда. Я еще и тупой. То есть я еще и читер, предатель, так еще и тупой получается, да, Картошка? Ага. Сама ты тупой угол, Картошка! А то, что Отомчику не надо верить, это да! Вот, а чё, вот, у меня такой вопрос, а чё здесь две головы Банана делают, получается, а? Может, Банан просто их кому-то отрубил? А потом будет говорить, я не убийца, так, свет вырубили, прекрасно просто. Так, задание, чё это за задание-то такое, мне чё тут, я фермер, что ли, или чё, мне тут пшеницу сажать надо? Ага, всё, вот так, так тут ещё осталось примерно 3 задания, и после этого мы выиграли. Ух ты ж. Только ты, это, Банан, со спины меня там не кокни, ага, давай. Выходь.
Стой! Не репорт! Пускай валяется. Это же вроде Хередик. У меня же это последнее задание здесь в лаборатории. Ты там поохраняй просто труп банан, чтобы никто его не зарепортил. А я просто выполню последнее задание. Вот и все. А хотя сейчас же может прийти карась и кот тут меня в спину. Поэтому... Картошка! Карась! Опять вы вместе, да, вот эти маньячелы? Даша, почему ты так тупо спалил с этого квадратноголового? Я, конечно, понимаю, ты обожаешь геометрию всей своей душой, но почему так тупо? А ты на себя посмотри, как ты тупо спалился у этой банана за спиной. Ты мог затащить там всю игру, я тебе помогала, саботажи устраивала, а ты так тупо спалился. Ты мог все согнать, например, на банана, и мы могли бы выиграть. Чё согнать на кого? Ты ничего не делала, просто вот так, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сдохла в самом начале, и все. А я просто любовался видами и понял, что все капут. Подожди, ты меня сейчас еще и бесполезной назвал? Я всю игру тащила, я ходила, убивала, ты понимаешь? Я пожертвовала своей сестрой. Я Леру убила, ты понимаешь? Вывод. Учите геометрию. Походу, плохо учишь, да, Даша? Вот и правильно, вот и продолжайте сраться вот это между собой, вот друг друга обвиняйте, то что кто-то тупой, кто-то там на завод иди работай, а я чё, а я ничего, я вот смотрите, даже вот в этом раунде я точно убийцей не буду, поэтому давайте, третий раунд, пожалуйста, только чтобы я не был убийцей, пожалуйста, полю, вот это, Северный полюс, пожалуйста. Да почему мне так не везет? Нет, как бы везет то, что я убийца, но не везет то, что они меня проклинать-то будут. Так, ладно, все. Я никого вообще не буду убивать в этой игре. Я выполняю задание. Ага, все, вот, да, мы видим то, что да, не убийца, Амочка, не убийца, все. Я не буду никого убивать. Все, отстаньте от меня. Вот прям честно, вот я никого не буду убивать в этой игре. Вот никого. Если Костя выиграет, ну тогда он молодец, пускай выигрывает. А я буду мирным предателем. Держать себя в руках. Не нажимать на вторую кнопку, никого не убивать. Это очень сложно держать себя в руках, когда у тебя здесь кнопка. Я просто вот так могу нажать и кого-то через стенку убить. Держать себя в руках, просто бегать по карте. Костя! Вот ты уже кого-то кокнул! Так, здесь... Ага, ну все, тогда репортим. Мирный предатель Эдисон никого не убивает. О, там, Чика, дай кактус. Какой кактус, Дуримон, да? Я это сказать хотел, то что я шел по библиотеке, вышел на улицу, и там возле улицы труп валялся. Я никого не видел, просто зарепортил труп. Подожди, ты говоришь, труп был рядом с библиотекой? Ну, там, пробежать мимо библиотеки почти на выходе. А я видел, как с той стороны бежал банан. Я не оттуда бежал, я с этого какой саранчи? Дезинфекции бежал, во. Ага. Так дезинфекция в библиотеке. Опа! Ну, так сказали, что там дальше библиотеки, вон там, вон где-то. А нет, я вот оттуда да, прибежал. Это банан. В смысле? В коромысле. Кактус верните. Мирный предатель Эдисон. Я за добро и правосудие. Нет бесполезным смертям. Держать себя в руках. Костичка, ей ты меня извини, но я просто тебе буду помогать. Ты делай сам всю работу, мирный предатель. А я даже свет чинить не буду, я просто вот посмотрю на камеры, ага. Костичка, стоит партизанин, да? Вот и молодец, вот, как говорится, делает за меня всю мою работу. А, свет починили, все, молодцы. Не вздумай нажимать на эту кнопку! Ты мирный предатель. Карась, я даже не за тобой бегу. Не соблазняй меня, карась. Я выключу просто, я не знаю, как голову себе уже выключить, чтобы никого не убить. Может, сральник просто спрятаться, а? Вот так. Вот и все.
Опять ты, крокозябра зеленая. Ну вот я же просто здесь стою, я же никому даже не мешаю, иди отсюда! Лера, не заставляй меня на вторую кнопку нажимать! Все, иди, иди, давай, иди, Шрек недоделанный, иди, все, твой сральник с этого момента достала. О, Костя! Костя! Она меня обижает! Она у меня сральник забрала! Костя! Вот! Там я труп сральники нашел! Я пробегал и шел в дезинфекцию, забежал в свой любимый сральник, чтобы просто проведать, как у него там дела. И там прям труп в нем валялся. Вот, это был не я, потому что я там труп нашел. Я как бы, я поклялся, то, что я в сральнике больше никого не убиваю. Ну так и тамочка. Она же такая квадратная, еще углы у нее везде 90 градусные. Ты сам ты квадратный. Я проходила медосмотр, и это не я. В первой игре на меня валил. Во второй игре на картошку валил. Сейчас валит на Амочку. Амочка, кстати, реально медосмотр проходила. Я сам это видел в самом начале. Реально, Амочка не убийца. Так, вот он, Чик. Ты наш этот скругленный прямоугольник квадратоголовый. Так это вот он, Чик. Все, давайте. Ты еще и валит всех. Привет, геометрии. А, так вроде осталось убить последнего человека, и все, и мы с этим, и мы с Костей выиграли, получается. Пацаны, я с вами, я с вами, я не убийца, просто я здесь заткнусь в угол и никого трогать даже не буду. Костя, спаси! Остался один человек, и мы выиграли, но я не могу никого убивать. Ну не, все, так продолжаться дальше не может. Я не хочу опять выиграть за убийцу, нет, все, я иду, нажимаю на кнопку и говорю то, что я убийца. Ребят, простите меня, пожалуйста, честно, я просил у бога Майнкрафта, чтобы он не давал мне убийцу в этой игре, но я опять убийца, честно, вот мы с Херейдом с самого начала игры убийцы, я поклялся, то, что я никого не буду убивать, это Херейд всех убивал вместо меня, но я не могу позволить, чтобы мы выиграли, давайте кикайте нас обоих, все, простите, пожалуйста. Ты больной, прости, пожалуйста, ты задрал, да почему опять я? Да потому что мне надоело быть предателем, Херей, так еще и с тобой в компании. Я хочу, чтобы мирные люди выиграли эту игру. Кикайте Херейда и потом сразу же меня кикайте. Давайте, все, я не хочу больше играть. Да это не я, ребята, больные, честное слово. Херейд, вот вы с Эдом просто такие ложки. Просто ору с вас. Лошок тут только ты, в конце игры ты в этом убедишься. Просто надоело уже, прости, Херейд, но... Мы с тобой не выиграем в этой игре за предателя. Все, а сейчас меня кокайте, все. Брат, да ты просто гений мысли и отец русской демократии. Я думал, ты сейчас нам заруинишь всю игру, но нет, ты только всех обманул и доказал уже в который раз, что ты вот просто самая главная и настоящая крыса. Я прощаю тебя, брат, я прощаю. Да почему опять я? Почему ты начал валить на меня? Почему? Вот серьезно, ну вы кому верите, ребят? Вы же все знаете то, что он крыса, ну ёкаламане, ну... Мы в начале серии, мы что тут устраивали? Мы устраивали всемирный бунт! Это... крыса! Так вы понимаете, то что я никого даже не убил за всю игру! Я никого не убивал! Это все крыса! Это все Костя делает, извини, Костя, просто синоним крыса и Костя там рядом стоят! Это Костя все! Знаете что? Я вот недавно ходил к шаману, и он меня научил одному приему. Вот я на Костя пробую. Костя, вот у тебя голова же нормальная, да? Ну, она не такая, как у тебя точно. А, хорошо. А теперь посмотри на свою голову. Ты как это сделал, шайтан машина, карась? Карась! Верни мой кактус. Чё? О, кактус. Ничего сейчас вообще не... И это вы меня еще читером называете? А то, что карась-шаман сейчас людям на голову... Он Костя землю на голову надел, а как... А тебе не больно этот банан? У тебя кактус на башке?
Какую черепашку, какую картошку? Вы дуримонды для вообще успокойтесь здесь! Сними у него с башки этот, землю! Карась, ты что над людьми издеваетесь? И это я еще читер? Я, эти люди неадекватные еще меня читером называют? Обосраться!